Итак, ребятки, всем привет! С вами я, Айкера, вы на канале StarCat, на котором уже 1300 подписчиков! Сегодня такое оригинальное приветствие. Ну, короче, дратучи. Да, дратучи. Да, вы заметили, что изменился, так скажем, ракурс и немножко, скажем так, место съемки, потому что я не стала снимать на столе, потому что на столе я... У меня, короче, стоит много всего барахла, и я не стала все разгребать и решила снимать вот тут. Но это ненадолго, потому что здесь пипец какое короткое место. Да, хотя я снимаю при натуральном освещении, вон окно. Вот окно я снимаю при натуральном освещении. Вот окно, да. Думаю, уже многие догадались, почему я решила сделать это видео. Может, и не догадались, но ладно, неважно. Ребятки, большущее, гигантское вам спасибо за 1300 подписчиков. 1300 подписчиков. 1300 подписчиков. Я просто в шоке. Я не ожидала такой гигантской цифры на моем канале. Это ж просто гигантская, гигантская из гигантских цифр на моем канале. Ой, боже, я в шоке. Все, да, я в шоке. Но некоторые особенности считают то, что я недостойна 1000 подписчиков. Причем 100 подписчиков набралось с такой гигантской силой, когда никогда не набиралось с такой гигантской силой 100 подписчиков. И буквально за 4 дня у меня набралось 100 подписчиков. Это же жопка. Может, меня кто-нибудь пропиарил, хотя не знаю, просто я всех смотрю занятых каналов на ютубе, поэтому мало меня кто мог пропиарить. Не знаю, короче, вряд ли. Короче, я в шоке. Я в шоке. И по традиции, чтобы поблагодарить вас своим позором, я опять буду орать в окно. Да, всех эта тематика достала, но это моя фишка, когда праздник какой-то, орать в окно. Или же наоборот, не праздник, это моя фишка такая. Давайте будем орать в окно. Что, будем орать? Я сейчас заору в окно, у меня 1000 подписчиков. 1300 подписчиков. Да, у меня 1300 подписчиков, заору. Вот так. Давайте, сейчас я заору быстренько. Опять начинаем позориться. Раз, два, три. Телефон подальше поставлю. Вот так. Раз, два, три. У меня 1300 подписчиков! Ой, блин. Вы сами все видели. Я решила чуть прикрыть окно, чтобы было освещение более-менее нормальное. В общем, я надеюсь, вам понравилось то, как я орала 1000 подписчиков в окно. Да. Ну... Я не знаю даже, что вам еще сказать. Большое вам спасибо, честно, за это. И да, перейдем к небольшим новостям. У меня пропало вдохновение, ура! У меня пропало вдохновение. Я, помните, вам рассказывала в видео советы начинающим блогерам. В общем, у меня пропало вдохновение, пипец. Просто супер. Я не знаю, что делать. Может быть, вы мне подскажете в таких ситуациях, что делать. Ой, я подскажите, я хочу снимать, но вдохновения нету, все, пипец. Все, у меня депрессия, все, да. Ой. У меня сейчас беспорядок в комнате, то, что у меня, помните же, ремонт был? Короче, у меня дофига принадлежностей, мне некогда их ложить, и среди этих принадлежностей есть фоны! У меня дохренища, оказывается, фонов. Да. Вы не поверите, на чем я сейчас стою, вот эта вот штука, на чем я сейчас стою. Вы не поверите, что это. Я не скажу вам, что это такое. В общем, ребятки, это видео что-то затянулось. Я просто хотела поболтать с вами и рассказать вам все. Ну, вы простите меня, если мою болтовню неинтересно смотреть. Просто мне надо было кому-то выговориться. У всех сейчас школа.
Никто не может со мной поговорить. И, короче, пипец полный. Ты видео не закончила? Ай! Больно! Ладно, ребятки, всем пока. Всем спасибо, я пошла прибивать Алана за то, что у меня... Да, ребятки, я бы вам хотела сказать, что я сняла видео про школу. И я в дальнейшем его скоро выложу. Извините, если это будет типа не по тематике, типа слишком поздно. Просто у меня были небольшие проблемы с монтажом. И это видео было такое странненькое чуть-чуть. Ну, я его скоро выложу, так что не бомбите то, что типа, что ты так поздно выложила? Уже мода про школу давно прошла. Ладно. Вас люблю.